Сизлар куткан иш мана чыкаяпты. Видеоны отказы вармайлар. Я работаю управляющей в ресторане Пивальди. И мы хотим пригласить на работу сотрудников. Повар, уборщик ва официант. Бізге көп адам керек. Которые тех, кто не знает русский язык, они могут приехать сюда. Хосты в среднем зарабатывают где-то около 100 тысяч рублей в месяц. Хорошая работа. Предлагаю ходить. Предлагаете? Не обманывай. Нет. Вы откуда? С Таджикистана. У нас на Махсут, Узбекистан. Фарвонадан. Считал. Хорбол Ишлеман, шеф-повар Диордамса, сушеф-повар Чилнамира. Все слушают корми канала Сан Пивальди. Я говорю, обман нест. Сари Вахпула Медихан, дуборда карта Мегзана. Кем я мене ишкирак бюсе килили ресторан Пивальди постоянно ишбор. Сан слушают вас корми канала ресторан Пивальди. Пожалуйста, телефон. Сам ман, узом ман, тоджикчан ян бля ман, узбекчан ян бля ман, урусчан не ман. Кирак бюсе, по-любому без телефон гамыз. Хамага, ассаламу алейкум, достар. Сіздер мен Илхом. Сіз Илхом блогер каналын тамаша қылмақтайыз. Айыз достар, наконец-то сіздер күткен иш мана чықайапты. Видеоны өткізу бармайлар. Видеоны олдыдан бір дона лайк ва яхшы коментара. Бұ ішіміз албатта ресторанда тозза зор еңгіл иш. Өзбекистаннан ам кеп ішесеңіз болады, Таджикистаннан ам кеп ішесеңіз болады ва башқа шахардан тұрып күзетекен болсаңыз, өзіңізді ішіңізден неде болын болсаңыз, бемол келіп ішлесеңіз мүмкін. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Скажите нашим подписчикам, кем работаете вы тут? Я работаю управляющей в ресторане Пивальди. Uh-huh. И мы хотим пригласить на работу сотрудников. Повар, уборщик, ва, официант, официантка. Я на что имею? Хостес, бармен. Хостес, бармен. Хулас, подробный видео на этом день айту там. А как узингстан штербутинг ва? Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Салам алейкум, я Мухаммад. Бізге көп адам керек. Төрт ресторан бар. Хамма официант, повар, клининг, хостес, бармен, вообще хамма ішлеріміз бар. Ішінің кеген адамлар білады ке, кімі яхшы, жой іші яхшы, просто как бы зарплатасы яхшы. Официально оформить клады, ама документлары болуш керек. Күтү яппыз. Короткий савол беремен. Кеген адамлар биринчи очередь пулуга кызыгады. Повырды пулу канака, барменни, и хамасыны бір ясны кып түшүнтүрүп кыскарууга айтып отурат. Бу смотря опытлары бормы, жокмы. Агар опыты болмаса, энди 3000дан башлайды да. Кин опять же бу повар билан гаплашыш керек. Йоки уже залга адамлар билан гаплашыш керек. Кин зарплатасы күтүп ну, мана боллар отырган, яна өзі сурайсыз. Азыр боллардан сураймыз албатта, которые техникте не знают русский язык, они могут приехать сюда? Да, конечно, могут приехать. Обязательно научим, но можем начать те должности там, где не требуют знания русского языка. Но основа у нас нужно знать и либо понимать русский язык. Особенно то, что касается зала, официанты, повара, которые должны читать чеки на русском языке. Но клининг можно понимать немножко русский язык, там уборка, посудомойка. Можно без знания русского языка, вопрос, но с документами. Вопрос. Объясните, какие документы нужны? Мы оформляем с первого дня. Обязательно нужен патент. Регистрация. Регистрация, патент. Но когда патент, то и регистрация есть. Все, да, все да, это да. есть. Да. Вот, с первого дня оформляем. Уведомления тоже отправляем. Трудовой договор. Трудовой договор тоже. На руки, да, сразу отдаем. Ну, а для оформления все документы, которые надо, снил, да, да, да. СНН, это же все должно быть у человека. Просто приходят, сразу мы оформляем. Болды, хамас шунары болды, энди адамлардан сораймыз. Шерда пул олаяптымы, йогмы? Адамлар айтыпты ки, мен бере 1 ил, 2 ил, 5 ил бола ишлеймен депти. Значит, хаердаки пул берипти, ишлейди адамлар. Задаю вопрос, и основной вопрос там внутри будет. Хорошо, хорошо. Ана онда, кеттик. Что там? Салам алейкум. Алейкум салам. Кем вы тут работаете? Я здесь работаю хостесом. Хостес. Сколько вы зарплата получаете? Если не секрет. Нет, конечно, не секрет. Хостес в среднем зарабатывает где-то около 100 тысяч рублей в месяц. Работа не тяжелая, нормальная?
Да, работа хостеса, она физически несложная, поскольку они отвечают за встречу гостей, за контроль посадки, то есть они размещают гостей. Знание русского языка надо будет? Да, для хостеса обязательно знание русского языка, обязательное. İsminiz qayerdansız, qancadan beri şöyle işləyəbsiz? Mən özüm Tojikistondanma, 2,5 ildən beri şəhətdə işləyəmən. Gəlgəmdə rus tılında unça yaxşı qəpir olmasın. Но, слава Аллаху, здесь уже начал работать, да, вот изучил язык, уже успел поработать старшим официантом, вовремя оплачивает зарплату и, так скажем, есть чаевые, чай пуллары бор, хар кун işləyəmiz, gostlər özü, məhmanlardan. Qarang, əgər sekret bulmasa, bir ayda mənə şöyden qança işləsə buladı? Misal üçün, adamlarga interesli. Qança işləyəmən borgandan kendi, siz işləyəbsiz, qança olayabsiz? Qarang, mən bir haftada 5 gün işləyəmən, 5 gün işləgəndə, bir ayda 20 gün, 21 gün sümənəmdə, примерно 90 000-110 000 çıxadı. Çünki çiviydən ham zavisi də, bir gün 5 min işləşiz mümkün, bir gün 2 min çivi işləşiz mümkün. И плюс, hər xil bizdə, так скажем, есть розыгрыши, есть проценты, которые за топ продаж пива. Қанча көп продажыңыз болса, шуңға яраша, сотуға яраша, сізге әр ой, ну, мукофот. Мукофот беріледі. 10 000-20 000 пул мықтары да мукофот. Енді келген адамдар ішле алады ма шөрді, әгер яхшы ішлеймін деген адам болса? Агар официантлікте олса, рус тілін білсе, спокойно ішле алады, чүнкі бізде өзімізде өзбекстанлік, тоджикстанлік балалар жүдайым көп. Biz doimo qo'llab-quvvatlab, yordam berib, qo'limizdan kelgancha ishni tushuntirib, polnostyu poddezhivayem, tak skazhem, svoyikh rebyat. Xullas, toza kiyimda. Toza kiyimda og'ir ish emas, zakaz qabul qilib, ovqat topki berasiz, yaxshi obslujit qilasiz, obshenie, ulibka. Assalomu alaykum. Va alaykum. Po povodu roboty, chto vy skazhete? Khorosha robota. Predlagayu prikhodite rabotate. Ne obmanuvayete? Net. Вы откуда? С Таджикистана. Ишчилар алдамайды. Ишчилар еч качан алдамайды. Рахмат сізге. Ассаламу алейкум. Саламу алейкум. Нойман Парвиз. Ман уже се слушат кормекан Арисан Пивалди. Ягон хе обман нест. Сари вақ пула медихан. Дубор да карта мегзаранан. Ба бара дай да ставет метан ки. Ақсад удами асан ки миян кормекнан. Граница миран ми бян. Дар кор нест. Джа фисалняй. Як сол кор мекни, граница на мерио, сразу пачкай документа мекни, мери, официально оформ мекни ме бьет. Рахмат алейкум. Советую всем. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мата Узонама, Парвиз, исму Парвиз. Апала укале, бародарла, короче, кимьо мене, ишкерак бюсе, килиле, ресторан пивалида, постоянный ишбор, поурле, официантле керак бюсге, нашот пул, обман йог, хамасы как положено. Сас ким болу бишлейс бюре? Ман официант болу бишлейман. Турилам чиярда ишлейман. Канча ойлу кулябыз? Максимум 100 000-100 000-дан көп ойлу олама. Яңы кейген одам канча ола? Яңы кейген одам шу где-то вот 80-100 000 олады. Пока что хамы нарсаны урган ганда екен, уже көпрок зарабат вот кыл олады. Узан. Самы главны иш еңгіл, а? Иш еңгіл. Рахмат сізге. Рахмат сау болыз. Ассаламу алейкум. Нурман Суман. Ман солшут бос кормекнота ресторан Пивалди. Повар холодный сех, и насчет зарплаты аванс амашта карта мексара. Я ком фрепнес, дурубнес, касонеки корме хуан, мархамат бьен. Достар, мен абы опамыз 5 жылдан бері шөрді ішлейапты екен, да, то есть. 5 жылдан бері ішлейген болса, значит, пул бері япты. 5 жылдан бері ішлегенде маңызы шүкі, бұл кеткісі кемеген одам, да, агар пул бермесе, бір күн амтурмайды өзірген. 21-ші асыр, 2024-ші ил темболы, пул бермеген жөйді, бір күн турмайды, дан гәл. Апа, рахмат қалон, сіз үшімады. Ассаламу алейкум. Қор болу үшлеймен, шеф болуды ордамысы, сіз шеф болып, үш елден бері. Боларға, агар бекар тұрған болса, Москвадегі болар, келелер, әкелер, опалар, іш бар, ойлик, во времия. Қатты сауалым бар, хазыр мана шөрді қарайын. Көпчілігі айтады, яқшы жой болса, рекламаға зор болмайды дейді. Дойым мана шы бір видеода коментарі болады. Яқшы жой бөгенімді рекламаға зор болмаса, олар қайырдан одам топады мысал Na to'g'rimi? To'g'ri. Ko'rmasangiz bormaysiz ko'r. Konechno. Masalan, biz misol uchun necha joyga ishga joylashtirgan bo'lsak, 200lab, 300lab odam joylashtirganmiz, to'g'rimi? Uni ko'rib borgan. Hozir men mana restoranni birinchi marta o'rimda ko'rishim. A video orqali buni 100 minglab odam, 200 minglab odam ko'rishi mumkin. Kim bekor bo'lsa, kelaverlar, dokument bo'lsa, kelar, mana shu yerda ishlaysizlar. Bir oyda 2 marta oylik kartaga tushadi.
pulsiz xomislar xolos. Ish yengil tozda. Ish yengil aka, qishda och xomissiz. Yo, qishda issiq aka, futbolka chaqiring. Qarang, yotoq joyini so'ramayman. Kelgan odam yotoq joyini qanday qilasiz? Sizlarga nima qildi? Aka, kesimiz yordam beramiz yotoq joydan. Shu yaqin orada borimiz yordam beramiz. Ha. Yordam beramiz aka. Samiglarni kesin, telefon qilsin aka. Biz yordam beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Qovurlar bo'lsa samiglarni. Rahmat. Xullas aka, sog' bo'ling. Qovurmi, boshqami, xullas nima ishlasangiz bor shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polnisti gap zaren. Noyman bobojon, ay Tojikiston mesham. Dar restoran Pivaldi Yurlova baisi povushda ko'rmakdim. Dar in restoran hamay millat vastan. Qirg'iz, o'zbek, Azerbaijan, Armeniya, Tojik. Tojik, lekin dar in joy yagon xil millat protsess nest, mo ham digaro Etiopiyada ko'rmakdim. Muzimavosh dar yak mo do marotiba meshavad dar kartamon. خب یکم اش اوانس دوی مراتی با این موزدی موش میشه و شخصا ما از یده از ست هزار روبل موش میگیرم توی یک نیم سو میشه که همین جوان در سوشی رول در کور کده ایستودم اگه اون فریب نیست کسانی که خویش من برای کور مرحمت بیان کور کدن گیرم رحمتی کلان شما سلام باشین من این سیزگه آزگینا چون تو رو تایید قرنگ Kelgan odam misol uchun ofitsiant bo'lib ishlaydigan odam kuniga oladimi yoki soatiga oladimi yoki chividan ishlaydimi? Shunisini qisqaroq tushuntirsak chiroyli bo'ladi. Ik kuniga ham oladi aka. I plus chivisi bor kuniga. I plus procenti bor nazarimda. Procent ham berishadi bu yerda pivani. Kuniga qancha yoziladi masalan? Yoziladimi yoki nimadir? Kuniga adashmasam 3000 mi shunaqa i plus chivisi bor edi, bir 4000 5000 ustidan i plus procent piva sotadi. Pivadan bor. Xullas, ekranda telefon raqamlar bor. Biz gapirgan gapimiz tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, telefon qilinglar, yana so'ranglar. Ma'qul kelsa kelib ishlanglar, ha. Rahmat sizga kattakon. Mayli aka, mayli. Sog' salomat bo'lsin. Xo'p, aka qarangda, mana shu narsa menga interesting bo'ldi. Bizni ish videodan ko'rib kelgan ishlamaydigan odamlar mana shu yerga ham qaraydimi yoki faqat ichkarigami? Yo'q, obijanchilar shularga, shu joylarga ham qaraydi. Men bularni uje veranda dedi-da. Men bu 3-chisi, men bu 2-chisi, yana bor 1-chi. 1-chisi katta, 120 odamga joy. 1-chi veranda oz ko'ramiz. Atak mana yana bor lojaykalar. Tobiston vaqti shu hammasi o'chirilgan. Atak zimo ham bu joylar ishlaydi. No yopgan, men ko'ryapsizmi? Pushkalar qolgan, shu postoyanno men pletlar bor, chunki mehmonlar ham yaxshi bo'lishi kerak. Atak adelni agar qarasangiz, mana men ofitsiantlar ham bittasi rubashkaga ishlaydi. Ish rubashka agar sovuq bo'lsa, biz o'zimiz beramiz. Kiyim, kiyim, ha, beramiz. Kim mana ko'ryapsizlar? Bollar. Qizil bor, ya'ni ну, чтобы кисим, ha, ishga yaxshi bo'lsin. Всё-таки, ну, в первую очередь мы смотрим насчёт того, чтобы мы предоставляем абсолютно всё возможность. Возможность. Конечно, конечно, beriladiki shu bolar baqa kelib ishlasin. Mana agar men bu joylarga agar stol bo'lmasa, mana bu zona ajidaniyasi. Ha, bu betta to'liq bar ishlaydi. Agar mehmonlar stol betta agar xohlasa, mana shuna kutib turadi. 10 minutmi, 20 minutmi, 30 minutmi? Ha, faqa stol bo'lishi uchun. Ha, stol bo'lsin, avtomatikki biz. Qarang, yana bitta savol. Bega mana shu restoranga faqat boshqa millatdan keladimi, turistlar keladimi, faqat yoki o'zbek, tojik? Hamma keladi, hamma keladi. Ha. Kelgan hozir ham keladi. Agar hozir qarasangiz, uje o'zingiz ko'rasiz. Mana o'tirgan, mana shular urus кемас, да, например. Ну, 100% бор у русских одамлар, чунки всё-таки бу ресторан катта, бу ресторан да по всей Москве к нам ходят сюда, понимаете? Келяды, да, хама Москва. А бу уже бринчи веранда дейді, да? Катта, көріпсізмі? Хама столлар чотка койган, мана бу зона іш учун, хамасы чотка кыган, да? Kirsangiz bo'ladi. Katta stollar bor, mayda bor, kerak bo'lsa bitta qilamiz. Hammasi o'zimga interesting bo'ldi. Konechno. Chunki agar tashqarisidan eski nimalarga o'xshay, ichkarisi endi nimada zimistonga bu joylar ishlaydi-da. Men hammasini yopamiz. Men betlarga men pushkalar turibdi, yana обогреватель qo'yamiz, chunki oda ham самое главное для нас, чтобы работникам было удобно и гостям тоже. Ну, мы предоставляем все возможности. Доброе. Вот, это самое главное для нас. Мана бетлерге, инде көрепсіз, а? Бұл ресторанға өзіміз пива варит қоламыз.
Шучу ман болар бор, пивникларымыз, узылары, хамасыны кылады. Мана зона, бу енді бірінші этаж. Ман зона официантларының жойлары. Ман официантларының көре апсына. Бетті барменларым бор, бетті бар яна ішілейді. Мана шунақа жой. Хамма условияны бері апсыз, да? Условия бор. Зор, қарайлы, окей, бітті сауалым бор. Хозыр, енді біз өзбек тілді гапырамыз, тажик тілді гапырды. Өзбек тілін түшінген адам тажикчан түшінмейді. Тажик тілін түшінген адам бір қылы өзбекчан түшінмейді. Телефон қылған адамдар, олар қандай ішке келіше? Но, бізге қарайын да, әділ кадров бор, та бола отырған. Постоянно телефонларға шо адам жауап береді. Айтады, неш бұл, нема, қачон келіш керек. Қама консультацияны береді? Консультацияны урус тіліге береді. Агар бронтасы вапше білмаса, пожалуйста, телефон қысы, ман өзім, ман тажикчан білемін, өзбекчан білемін, урусчан нема керек болса, по-любому біз телефон ғамыз. Экрандағы телефон рақамлар көріп тұрсың ба? Я комментарий ғам қоямын. Екіта экранда тұрады екен, екіта комментарий, төрті телефон рақам бар. Мысал үшін, әгер бұнысы зәйін шықса, бұнысыға телефон қаз, бұнысы болса, бұнысыға. Любой тілде гапыра беріңдер. Русчаны білмесеңіз, айтын ке өзбек надатын, все, өзбекке береді. Автоматически, оламыз, гаплашамыз, айтамыз нема керек. Иш хақыда малымадыларды береді. 100%. Беймал ол, қорқмастан телефон қыла берілер, келіп, ішке жойлашып, ішлесеңіз мүмкін тамыз. Конечно, конечно. Келіп көрсін, да, өзіям ішлейді, білады, нема қанақа деп. Шу үшін біз сізіні чақырдық, Құда қоқласа, амбасы яқшы болады. Біз сабапчы, Құда қоқласа бір ішсіз үрген адамдар, екі ішіден недеволыны болған адамдар, пүліні олармай үрген адамдар, келіп мәне шөрді ішіліп пүліні олышы мүмкін. Алды ой оқсам үгіләуіне. Қайырды мен реклама қыламан, жауап беремен рекламамға. Бүген болмаған жөйдем реклама қылымыз. Болуы деген жөйді, қач істіміне жөйді реклама қыламыз, әке? Сізге рахмат. Сізге рахмат. Хай Құда қоласа кеген адамларды яқшы ішілігі жөйләшті. Обязательно обратная связь сізге берамыз. Рахмат. Сау болыңыз, сау болыңыз. Қатар аман болар. Рахмат.